здесь враг не пройдет, это точно. Потому что сразу же срабатывает чувствительность очень высокая. То есть те 20 микрорентген, которые вообще разрешены, допустимы, если чуть больше, рамка тут же срабатывает. Экологично и безопасно. Вот первое, что приходит на ум, когда оказываешься на территории мусороперерабатывающего комплекса «Дон». А еще здесь чистый воздух и нет никакого специфического запаха. Практически не ощущается он и в закрытых цехах. Стекло, органика, металл, пластик здесь принимают и сортируют все. Переработке подлежит почти половина поступающего мусора. Цикл простой – сортировка, обеззараживание, последующий пресс вторсырья. А вот пищевые отходы отправляются в цех компостирования, где благодаря термофильным бактериям они всего за две недели превращаются в технический грунт. На первой же неделе работы мы, в принципе, уже работали вполне как должны. Но, может быть, не в том объеме перерабатывали все отходы, да, принимали чуть меньше. Но выход был, в принципе, уже вполне такой, который он и должен быть согласно проекту. Отходы сюда поступают из десятка муниципалитетов, в том числе и Ленинского городского округа. Уже за первый месяц работы комплекс переработал целых 20 тысяч тонн мусора. Отличных результатов удалось добиться не только благодаря современному оборудованию, но и растущей культуре обращения с отходами. Сейчас уже многие люди не понаслышке знают о раздельном сборе мусора. В Ленинском районе очень хорошая динамика, и в Ленинском районе большое количество площадок мы оборудовали вторыми. Ярох устанавливается согласно нормативному количеству. Синий, когда мы начинали в 2019 году, изначально устанавливалось по одному контейнеру. Площадок, в которых выявлено большое накопление отходов именно сухих, вот отсортированных, устанавливается по второму контейнеру. Какие же товары обретают вторую жизнь благодаря грамотной работе с отходами? Да практически все. Одежда, игрушки, канцелярские принадлежности, спорттовары, бутылки и разнообразная упаковка. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.